С 20 по 23 марта в Свердловском районе Красноярска на улицах Свердловской и Базайская будут проводиться тренировки силовых ведомств. Жители города просят не беспокоиться и не паниковать. Оперативный штаб предупреждает граждан и жителей города Красноярска о возможных затруднениях дорожного движения на данном участке. Не исключено скопление специальной техники и ведомственного транспорта, а также имитация использования огнестрельного оружия и боеприпасов. Убедительная просьба сохранять спокойствие, не поддаваться паническим настроениям и возможным провокациям, а выполнять законные требования сотрудников полиции.